Сегодня 10 воспитанников Алтайского кадетского корпуса отправились на международные сборы в Крым. Накануне у них завершились сборы в Зато-Сибирский, а уже сегодня они прибудут в Севастополь. Там будут проходить конкурсы и военно-спортивные состязания. Кадетская смена продлится месяц. Алтайские бойцы участвуют в сборах в четвертый раз. Каждый год они возвращаются на родину с кубками и медалями.